Привет! Сегодня понедельник. Сейчас где-то приблизительно 11 часов утра. Мне надоело дома сидеть. И вот я решил выбраться в парк покататься. Погода хорошая. Пока позволяет. Надо воспользоваться моментом и покататься в парке. Парк сейчас в Вышгороде находится. Я там давно не был. Был последний раз весною. Как видите, сзади меня мой скейтборд. Я на велике. Идти как хотелось, ну или по крайней мере получаться будет. Еще хотел обратиться, спасибо, что вы меня смотрите, меня это очень радует, вдохновляет. Спасибо, все, всем спасибо большое за просмотр видео.